Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор приложения Kids Corner. Детские интерактивные книжки. А сегодня у нас обучающая книжка, которая называется «Интерактивный алфавит». Итак, начнем по порядку с буковки А. Буква А. Буква А. Вот она такая веселая, да, плавает себе по морю. Буква А. Но смотрите, что это там? Ее преследует акула. Наверное, потому что буква А это и есть акула. Вот она опустилась на дно океана. Акула. Ну вот. Прикольно, то есть не просто здесь алфавит учим, а еще и красочные картинки. Буква Б. Все такое прочее. А чем-то мне эта игра начала напоминать приложение «Смешная еда». То есть там тоже такие веселые все фрукты, овощи. Прям как здесь. Буква бабочка. Б – это бабочка. Бабочка. Да. Буква В. Буковка В. Это варежка. Вторая тоже В. Варежка. Да, варежка. Буква Г. Буква Г. Буква Г. Буква Г. Это глобус. Глобус. Вот так вот. Буква Д. Ух ты, кто это у нас тут? Смотрите, бедная буковка Д, она у нас испугалась. Ну правильно, я думаю, все бы испугались, если бы нас посадили на мордочку динозавра, да? Давайте посмотрим, что же у них произойдет. Буква Д. Закрой глаз. Второй закрой. Ух ты, это еще тиранозавр. Динозавр. Бедная буковка. Вот придумали, да? Могли придумать что-нибудь другое. Там. Ладно, идем дальше к следующей буковке. Буква Е. О, а это милое доброе создание, которое зовут енотик. Ух ты! Вы видели, енот. Какой он хитрый. Схватил буковку Е и уволок ее в кустики. Но буковка Е спаслась. Еще нам слово показала. Енот. Так, следующая буковка. Буква Ё. А, Ё. Я почему-то думал, будет ежик, но оказалось нет. Ёлка. Вот такая вот красивая нарядная ёлка. Время быстро летит, не успеем оглянуться, а уже будет Новый год. И все будут наряжать вот такие вот елочки. Елка. Буковка Ё у нас. Буква Ж. Ж, а что это? Мне она напоминает жабу. Но скорее всего на дереве тут будут желуди. Давайте проверим. Точно. Желудь. Желудь. Вот такой он. Дерется у нас желудь, да? Ну ничего, буковке было не больно. Она на нас не обижается. Повтори. Желудь. Вот так вот. Буква З. Ух ты, скоро осень. Видим, деревья уже пожелтели. И всем обязательно нужно брать, когда на улице осенью дождливо, зонтик. Вот, видите, у нас пошел дождик. Открываем зонтик. Зонт. И уже не так грустно и печально. Зонт. Так, плохую погоду долой. Буква И. И переходим к буковке И. Что это у нас? Игрушки. Игрушки, вот оно что, да. Много-много игрушек. Идем дальше. И краткое. Итак. Что это будет? Йогурт. А, точно. Молоко, потом его ставим там в специальную йогуртницу. И получается йогурт, да?
Добавляем туда фрукты. Мешаем. И йогурт. Вот оно что, йогурт. Ням-нямочка, да? Буква К. О, это вообще милое создание, котик. Я думаю, у нас на канале почти все детки любят котиков. Поэтому буковка К должна вам понравиться больше остальных. Еще из котика можно играть. Котенок! Обалдеть. Даже не просто котик, а котенок. Вот такой вот милый друг. Идем дальше. Буковка Л. Буква Л. А я бы здесь лимон сделал. Но у нас не лимон, у нас лампа. Включаем ее. И вот лампа нашла буковку, да? Лампа. Чем-то похожа она на подсолнух, мне кажется, из зомби против растений игры. Там тоже такая веселая улыбка у растения этого, у подсолнуха. Но у нас не подсолнух, у нас лампа. Лампа. И переходим к буковке М. Буква М. Ух ты. А это вообще вкусняшка. Буковка М, он улыбается своими двумя зубами, да? Открываем нашу эту тачку и получаем большое мороженое. Мороженое! Ничего себе, какая прожора у нас буковка М. Мороженое! Идем дальше. Ух ты! Буква Н. А нам вырезать нужно здесь эту буковку Н или нет? Нужно. Вот так вот. Так лучше и привычнее, да? Ножницы! Ножницы, буковка Н. Следующая буковка О. Буква О. Ух ты. Осьминожек, да? Вот какой он пугливый. Осьминог. Осьминог. Привет, осьминог. Осьминог. Вот он как осьминог. Может. Осьминог. Осьминог. Переходим к следующей буковке. Это П. Ух ты! П. П. Пандочка. Тоже милый зверек, такой пушистый, дружелюбный. Вот видите, я говорил, что он дружелюбный. Сразу полез обниматься. Панда. Вот так вот. Буковка П у него высвободилась и написала нам целое слово. П. Панда. Ух ты! Буква Р. Это вообще класс. Смотрите сейчас, что будет. Наверное, буковка Р улетит в космос. Вот так. О, я думал, только ракета улетит. Оказывается, и буковка R тоже. Старт, внимание. Полетели. 5 минут. Полет нормальный, как говорила Маша, да? Ракета. Ракета. Буковка R. Так, ну ракеты пускай летают и не падают. А мы идем к следующей буковке. S. Буква С. Ух ты, класс, солнышко. Став, просыпайся, буковка С. На небе уже солнышко взошло. Все проспишь. Уже. Солнце! 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 Вот такая неподдельная радость, да? По-моему, буковка С похожа немного на лошадку. Или мне так только кажется. Т. Ох, какая вкусняшка. Это торт. Мы его нямать будем? Ох ты, я думал, это буковка Т кушает торт. Как буковка М мороженое кушала. Оказывается, нет, это девочка кушает, да? Торт. Давай уже, остальным тоже. Торт. Ты ж не одна, я думаю, другие детки тоже хотят торта. Итак, буковка Т, торт. Переходим к следующей, У. Буква У. У. Утюг. Давайте попробуем, что это вообще такое. Как он хорошо разгладил. А, рубашку, да? Утюг. Или футболку-то? Утюг. Буква У. У. Утюг. Утюг. Следующая буковка. Буква F. F. Ух ты, это фиалки у нас.
Вот почему буковка F. Фиалки. А зачем же мы их срываем, а? Целый фиалки. Вот для чего. Фиалки. Красивый-красивый букет фиалок. А какие они пахучие, это просто нечто. Причем, по-моему, они днем не пахнут, если не ошибаюсь, а пахнут очень сильно только ночью. Ну, это так, из личных наблюдений. Идем дальше. Буква Х. Ух ты, Х, хомячок. Еще один орешек. А третий куда? Ого, какой! Хомяк! Хомяк! Ну да, у них есть такое, они любят все за щеки все понабивать, а потом, когда никто не видит, топтать. Буква Х. Буква Х. Хомяк. Хомяк. Идем дальше. Буква С. Ух ты, класс, С. Цирк. Цирк. Верните Мишку и клоуна. Цирк. Вот. Вот они, да? Буква С. Буква С. И переходим к... Ага, не к заключительной. У нас еще много букв. Буква Ч. О, смотрите, Ч похож на червяка. И червяк похож на Ч. Ох ты. Кушать будешь? А, это запросто, да? Червяк. Червячок. Буква Ш. Буква Ш. Наверное, шар. Чем-то похоже на букву М, только перевернуто, да? Буква Ш. Ну что, давайте попробуем на нем взлететь. На ракете мы уже летали. Теперь на воздушном шаре полетаем. Только на краю нельзя сидеть, иначе упадешь. Шар. Не слишком-то ша и хотела держаться. Буква Ш. Шар. Шар. Вот так вот. Буква Щ. Ох ты, класс. Все знают сказку про Щелкунчика, да? Вот он, собственной персоной. Клац. Щелкунчик. 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 Ох ты, как он может, смотрите. Щелкунчик. И хрустеть, и Щелкунчик. Рубить. Щелкунчик. Вот так вот, даже разговаривать, да? Буква Щ. Буква Щ. Твердый знак. Разыскивается твердый знак. Объявление. Вот мы его нашли. Объявление. Идем дальше. Буква И. Класс. Такой вообще милый мышонок. Просто прелесть. Мне он напомнил, в Шарарами записывали новый квест. Там были эти щенки такие тоже. Милые-милые, прикольные. Вот чем-то он смахивает по своей этой красоте на этих щеночков. Мышь! Мышь! Это даже не мышь, это такой мышонок маленький. Мышь! Может мышь! И там вылазить, и мышь! Там вылазить. Буква И. Вот так вот. Мягкий знак. Мягкий знак. Это вот подушку нам подложили, чтобы мягкий знак на нее прыгнул. И не ушибся, да? А нет, мы банан скинули. Кокос. Ну и сама буковка уже прыгай. Вот. Ого. Пальма. Там была она поменьше. Мягкий знак. Мягкий знак. Пальма. А это пальма. Так, и последние буквы. Последние три. Буква Э. Буква Э. Экскаватор. Ох ты, кого это он там откопал? Давайте еще раз. Поглубже. А, это буковка Э. Я уже думал, опять какой-то динозавр. Давай уже копай. Раз собрался. Вот мы нашли буковку Э. Экскаватор. Как она обрадовалась. Спасибо тебе, экскаватор, за то, что освободил буковку. Без нее алфавит был бы неполный. Буква Ю.
Ю, наверное, юнга, да? Давайте проверим. Буква Ю. Юнга. Да, правильно, я угадал. Юнга. Юнга. Буква Ю. И последняя буква. Любимая детская. Буква Я. Я да я, я да я, все я. Ягуар. Класс, красивая картинка. Ягуар. Не страшно тебе с ягуаром стоять, буковка Я? Или он тебя не обижает? Ягуар. Смотри, проглотить может. Буква Я. Так, ну, в принципе, вот и все, да? Весь алфавит мы рассмотрели. Можно его в любом месте начать заново просматривать. Поэтому, если вам интересно это приложение, то, но не знаете, где его скачать, а то в описании к этому видео есть ссылочка на приложение Kids Corner. И именно эта книжка тоже предоставляется бесплатно. Поэтому можете загружать Kids Corner, загружать интерактивный алфавит. И пускай ваши детки ознакомятся с алфавитом и развиваются. А также у нас есть еще алфавит интерактивный английского языка. Поэтому, думаю, очень скоро мы его тоже рассмотрим. А на сегодня все. Если вам понравился наш обзор, поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. А также подписывайтесь, кто это не сделал. И не пропускайте наши новинки. Очень скоро другие развивающие приложения для деток на нашем канале. Поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока!